какой доширак острее? Они бывают разные. Что такое майнинг-ферма? Я не знаю, это скорее Ксенченко вопрос. Что такое майнинг-ферма? Майнинг-ферма – это оборудование, где добывают криптовалюты. Что такое барбершоп? Это парикмахерская для мужчин, где стригут бороду. Что такое хайп? Все сегодня говорят хайп, 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 да. В хайпе, значит, там, не знаю, попасть в точку, в тренд, там, да, в тренд, там, тренд, там, тренд, там, да. Кто победил, Оксимирон или Гнойный? Ну, это я знаю точно, потому что я смотрел этот, да, смотрел этот батл, да, победил Гнойный, или там его по-другому еще называют Слава КПСС. Что такое спиннер? Я видел это у ребенка, да, он покупал себе, крутил. Не очень понимаю, зачем это нужно, но как бы людям нравится, да, покупают это. Что больше, Красноярск или Париж по площади? Ну, Париж точно больше по населению, но город очень компактный, поэтому я допускаю сейчас, не знаю точно, я допускаю, что Красноярск больше Парижа. Какие конфеты Краскона вы знаете? Мягкие конфеты, шоколад, а внутри как бы такая помадка белая. Что кладут в шаурму? Ну, я думаю, мясо, надеюсь, кладут, не собачатину, ни чего-то другого, да. Сколько стоит проезд в автобусе в Красноярске? По-моему, 22 рубля, может быть, я ошибаюсь. Как отличить этиловый спирт от метилового? Один выпьет один стакан одного, другой другого, и потом через там день будет видно последствия, да. Кто останется живой, значит, тот пил этиловый спирт. Ну, конечно, это жуткий, да, способ. Другого способа я реально не знаю. Marvel или DC? Marvel, да, знаю, это, ну, крупная корпорация, которая снимает всякие детские фильмы, фантастику снимает. А DC это Disney, да?